визначення себе, своїх потреб та місця у суспільстві – запорука вашого успіху. Про самовизначення будемо говорити з Ганною Гнускіною, психологиною, кандидаткою психологічних наук. Дуже рада вас бачити, пані Аню. Тож, якщо людина, наприклад, не визначилася в своєму житті, і вона ще досі не знає, ким вона хотіла би бути, які, можливо, заходи потрібно з собою зробити, аби бути чимось корисним в цьому суспільстві, і ну, не сталося. Про що це може свідчити? Спасибо за приглашение, Юля. Отвечу так, что да, каждому из нас реально хотелось бы раскрыть свой потенциал, да, следовать своей миссии, заниматься своим любимым делом. И кто-то задумывается об этом в 5 лет, кто-то задумывается в 15, кто-то в 25. И многие из нас, даже большая часть населения задумывается, мы знаем, кризис 30 лет, когда каждый все-таки становит перед вопрос, ставит, кто же я и для чего я в этом мире, да. Занимаюсь ли я тем делом, которое мне приносит удовольствие, либо я могу что-то больше. Я хочу нести мир, пользу в этот, наше сообщество. А бывает так, что втратили. Ну, я так хотів, чи хотіла, а не вийшло, і час втрачений, і що тепер робити? І така депресія може людину загнати просто в глухий кут, і вона нічого не зможе потім з собою зробити. Да, да, такое случается, что мы втрачаем сон, да, входим в состояние депрессии, подавленности от того, что мы не знаем, кто мы. И мы должны отбросить все свои «я должен», потому что вот когда я должен, я обязан. В принципе, это нас не мотивирует, а скорее демотивирует. Да, у нас у каждого есть какие-то свои обязанности, но живем мы все-таки благодаря своему «хочу». Потому что «хочу» — это движение вперед, это то, что нас наполняет, это то, что нам дает энергию нашему будущему. И, в принципе, человек, он бы не выжил, он настроен, заточен на позитив и на хорошие эмоции. Угу. Это его, как бы, да, эволюционно, благодаря этому мы сейчас с вами здесь. Так, тобто це бажання, ось те бажання, воно повинно бути на першому місці, а те, що потреби, потрібно, чи я можу зробити, то вже, мабуть, друге, третє, так? А якщо, наприклад, вийшов ось такий звичайний сценарій нашого життя, ми закінчуємо дитячий садочок, школу, потім поступаємо до вищого навчального закладу. Це такий звичайний сценарій кожної людини. І все. Потім людина втрачає себе, вона вийшла на сценарій своїх батьків, можливо, чи тих, хто хотів її бачити такою, а себе втратила. Ось тут, де знайти ту свою частинку і зробити максимум? Да, многі з нас живуть по привичному сценарію. Да, робота, дом, наоборот, повышение курсов, квалификацию, усовершенствование себя. Мы все живем как белка в колесе, но при этом белка в колесе, она получает удовольствие, потому что она там бегает. А человек, да, мы бежим, мы не замечаем, как дни меняются друг за другом, и тут важно делать паузы. Мы должны останавливаться и спрашивать себя, чего же я хочу, да, все-таки. И начинать мы не будем, а грандиозно что-то ломать и сразу увольняться с работы и что-то кардинально менять. Мы начнем сначала делать паузы и спрашивать себя искренне, обращаться к себе, знаете, как люди обращаются к каким-то высшим силам, с какой-то, да, вот с какой-то прошением, желанием. Так мы должны спросить внутри себя, чего же я, вот, Аня, или там Юля, ну чего вот мне сейчас так не хватает, чего мне действительно хочется. И вот когда мы начинаем спрашивать, ответ, возможно, придет не сразу. Он придет завтра, через неделю, через месяц, но он придет. Вы ставите, да, задачу своему мозгу найти решение, да, какие-то поискать альтернативы. У вас сразу начинает работать внимание по-другому. Какие-то возможности начинаете замечать, какие-то случайные события вы попадаете в них, какие-то люди вам встречаются. То есть вы запускаете какую-то вот, вот уже свой поток энергии, вы в него входите. Все, вы вошли в этот поток, у вас сразу перестраивается фон настроения, с подавленности меняется, с тревожного, да, на позитивный лад. Вы уже понимаете, ага, вот я уже что-то в этом всем нашла. Вот это вот какое-то хорошее, приятное зернышко, да. И все, мы сосредотачиваем наше внимание на том, что оно уже есть, да, и мы его расширяем, расширяем, расширяем.
Те зернятко, якщо ми відзнайшли, це, мабуть, така велика вдача. Нам пощастило. Чи багато людей абсолютно задоволених усім, що в них є? Чи проводили психологи такі дослідження колись? А эти исследования проводятся постоянно, да, потому что это главный вопрос, да, вот что же делает человека счастливым. И здесь, конечно же, все-таки на первом месте это правда удовлетворенность собой. Да, если человек, он удовлетворен собой, а удовлетворен, когда будет собой, да, когда его вот эти вот потребности, да, когда его характеристики, его склонности, да, они нашли где-то вот свое предназначение. Если я удовлетворен собой, то, скорее всего, я буду удовлетворен и своей работой, я буду удовлетворен семейными отношениями, да. Если я удовлетворен семейными отношениями, скорее всего, я также буду счастлив в других сферах нашего життя. Ань, а чи є, можливо, такий майстер-клас для людей, які, можливо, ще не знайшли себе? Або можна визначити, чи ви задоволені собою і своїм життям, чи вам потрібно щось змінювати, чи ні? Може, ми зможемо зараз надати рекомендації практичні, ну, там, щось намалювати, написати, щось для себе сказати. Ну, от перше, мені дуже сподобалось, це треба запитати себе, так? Так. А може, ще щось є? Мені подобається упражнення, я його задаю своїм клієнтам, це написати письмо себе из будущего. После того, как мы спросим себя, что же я хочу, да, попробуйте погрузить себя, выберите тот отрезок времени, который вам комфортен. Это 2-3 года или это 10 лет вперед. И вы пишете себе письмо. Дорогая Юлечка, дорогая Анечка, я сейчас пишу тебе из 2031 года. И мы детально и очень ярко описываем, где мы находимся, что это за место, кто эти люди, которые вокруг нас, с кем я общаюсь, где я провожу время, да, какой там мой дом, то есть что значит мой досуг, какое самое близкое окружение, из кого оно состоит. То есть максимально детализированно мы это пишем. Это ж можно так нафантазувати, щоб потім повернутися в реальність і подумати, хочу туди, в ті роки. Да, і це тільки перша частина. Вторая частина цього письма заключається в тому, що ми пишемо рекомендації, як же нам цього достичь. Ага, да? Це найскладніше. Да, що нам потрібно змінити зараз, да, потихонечку, шаг за шагом, щоб прийти к тому. Для чего мы это детально и конкретизируем визуально, да, потому что нам легче переместиться, во-первых, через 10 лет вперед посмотреть, что будет, а не через год. Во-вторых, когда мы ярко представляем картинку, чего мы хотим, да, или чего нам хотелось бы иметь, нас это мотивирует, да, нам становится, во-первых, более понятно, что нам нужно делать все-таки, и это нас согревает и подогревает. А якщо не вийде, якщо там через 10 років ви знайдете той лист і з відчаєм подумаєте, як все могло би бути, а так, що ж я не зробив для того? Да. Здесь нужно разбирать, что же произошло все-таки. Здесь может быть несколько и больше, чем несколько вариантов. Первое, это человек действительно, это не было его внутреннее желание. Да, это было все-таки навязанное обществом, что тебе будет лучше вот так-то и вот так-то. Ты попробуй, да, это для тебя. Я вот вижу, что тебе это подходит. И человек, да, полагается на мнение кого-то, и в принципе, и он себя как бы начинает, в общем, жить в угоду кому-то, но не для себя. То есть первое, это все-таки проверка, его ли это действительно желание. Второе, недостатньо мотивации все-таки было, да. Третье, насколько важна поддержка. Возможно, у человека, да, не хватило этой поддержки, чтобы кто-то его постоянно вот тоже вот мотивировал, создавал такой как батареечка, заряжал его и направлял его вперед. Так може тоді і писати той лист згідно з тим, хто ви зараз? Тобто, чи є у вас та підтримка? Можливо, вона з'явиться, звичайно. Може, ви напишете листа і побачите, що таки не вистачає підтримки, і треба її десь знаходити, шукати. І це теж буде таким одним з мотиваційних кроків, які вам теж допоможуть. Можливо, так? Може бути і тут. Абсолютно, абсолютно. Звісно, чому ще може не случитися там
какая-то, да, то есть мы начинаем критиковать себя, мы включаем свой внутренний перфекционизм, да, я буду делать только что-то там на самом высоком уровне, что-то меньше я не буду делать, да, я там, какая-то завышенные требования к себе, они начинают формировать у нас вот снова какой-то невроз. Комплекси. До речі, багато комплексів нам теж заважають в житті зробити те, що ми хотіли би. Тобто тут людина може подумати, що я не вмію, я, можливо, взагалі не для цього, а насправді хотілося б. Як з комплексами боротися? Чи це складно? Я би відповіла це словами Ейнштейна, Альберта Ейнштейна, який сказав, що невозможно разрешить проблему тем же мышлением, которое создало эту проблему. Угу. Да? Подивитесь с іншого боку, так? То есть, да, нам нужно немного поменять свое мышление, чтобы мы смогли справиться с этим комплексом, с этой ситуацией, да, с разных абсолютно сторон зайти. Абсолютно все возможно. Нам нужна мотивация, нам нужно понимать, что это действительно искренне наша мечта. Наша, моя, если это моя, я вам просто так ее не отдам, просто вот не отдам ни за что. Я буду там тихонечко где-то находить себе время, верить, согревать ее, ну вот просто так, я вернусь к ней позже, возможно, но вернусь. А якщо людина не знаходить в собі сили і ніяк не може зрушити з місця, які можуть бути тут проблеми і з чим треба попрацювати? Ну, я розумію, що справді є такі питання, які вирішуються лише в кабінеті психотерапевта, психолога, а можливо перший крок, який допоможе людині розібратися з собою, він саме буде тут і зараз. Мне кажется, что такого, я бы хотела, чтобы был такой универсальный прям ответ, вот, но это очень индивидуально, да, что каждому человеку может помочь. Кто-то даже банально классный фильм посмотрит. Угу. Это его настолько воодушевит, да, он вдохновится какими-то идеями, что у кого-то действительно много же фильмов, они сняты. Наша жизнь, она настолько разнообразна, широка. Мы живем, и мы вот думаем, что вот действительно это так будет. И многие живут в этих страхах, да, что у меня не получится, да, но по факту, в реальности, 90% из наших страхов, они не происходят, они не происходят. А если это и случается, то нам нужно просто подумать, как действовать дальше. То есть самый здесь верный способ – это начать что-то делать. Да? От я думаю, що ми на тому, мабуть, можемо і завершити. Тому що якщо людина, яка починає працювати і робити щось, так, перше, вона написала листа. Друге, вона подивилась на себе збоку і подумала, як я можу це зробити. І вже почала діяти. Так? Почала результат діяти. Буде? Результат Ань. Буде однозначно. І я би хотіла сказати, що іменно любой результат робить нас уверенними. Поэтому действуйте і независимо от результата вы получите что-то. Это лучше, чем вообще ничего. Да? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ось на цій ноті ми і завершимо. Дуже дякую, Аня, що ви прийшли сьогодні і ось так мотивуючи розповіли, що треба робити. Кожен повинен відзнайти свої потреби. Хто він є в цьому суспільстві? Для чого йому тут бути? Так? І знайти і побачити себе, і бути щасливою людиною. То найголовніше. Дякую вам. Дякую. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.